От. Вітаю вас, шановані, в ефірі меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. І з того, що я так недолуго парадую Володимира Зеленського, цілком очевидно, що ми будемо говорити про результати першого туру і не взагалі про там голосування. От всю цю кампанію офіційно вона 3 місяці тривала, насправді, по факту, набагато більше. Ну от, результати всім відомі. В другий тур виходить, власне, Володимир Зеленський. І людина, яка найбільше зробила для перемоги Володимира Зеленського, це його опонент Петро Порошенко. І поговорити про все це я запросив дуже відомих дніпровських блогерів. До речі, вони, коли пишуть, звісно, вони пишуть про вибори, хоча один з них говорить, що взагалі про вибори не пише, насправді він багато про це говорить. От. І один з цих блогерів пише так: ну, люди, от ви називаєте один одного зараз козлами, а давайте не забувати, що нам жити разом в одній країні. А другий пише щось на кшталт: люди, от ви називаєте один одного козлами, а давайте не забувати, що ми всі козли. Ну, от щось таке приблизно, можливо, зі мною не погодяться наші гості, тому що у нас в гостях позаштатний радник міського голови з питань культури, музичний керівник театру КВН, ДГУ, кабаре «Веселий пісець», ще щось забув, мабуть, автор Євген Гендін. Радий бачити, Женя. Да. От. І письменник, блогер, бізнесмен Ян Валєтов. Я не буду говорити, кого з вас коли мав на увазі, нехай глядачі здогадуються. Хоча ви, звісно, все зрозуміли. Перше питання. От однією фразою можна? Як настрій? Нормальний настрій, як був до виборів, так і... Нічого не змінилось. Ну, в принципе, если ставить эти выборы, весь этот процесс, как некий какой-то фатальный, как какую-то фатальную точку, за которой либо все, либо ничего, то тогда, конечно, может что-то измениться. А если воспринимать их как часть процесса, как часть жизни, часть эпохи, в которой ты живешь, то как делаем это мы, нормальные люди, вот, то тогда, ну, я это не поза, но действительно у меня нет серьезных, да, какие-то мысли, безусловно, у меня есть, но сказать, чтобы это повлияло на мое настроение, мировоззрение или картину мира в голове, картину будущего, нет, особо... Я глядачам скажу, что от Євген, коли зайшов у студію, він сказав, що тема його не збуджує абсолютно, але приємно, що прийшов все одно, навіть якщо тема не збуджує. Ян. Настрій. Ну, времена не вимирають, не вибирають, да. Так, в них живуть і вмирають. Я предпочитаю, в них живуть. Живуть, да. Пока что в них живуть, а там посмотрим. На самом деле, Женя совершенно прав, а что произошло, собственно говоря? Выборы. Ну, выборы. Наше все. Это первые выборы в жизни. Первые, самые первые. У мене є заготовочка для такої думки. Ну, я хочу сказати, що, ну... Ну, хорошо, произошло, проголосовали, доказали, что мы, в общем-то, не Северная Снегирия, что у нас есть демократия, что у нас, простите, действующего президента с админресурсом в 2 раза обошел человек, который никогда в политике до этого не был, который вообще в политике появился, там, грубо говоря, 31 декабря прошлого года. Да, Ну, в публичной политике. Ну, а до этого он был в непубличной. Ну, до речі, до этого все говорили, будет он или не будет баллотироваться, он держал интригу. Влад же, да? Влад же обещал какие-то эксклюзивы, маленькие я могу раскрыть, я, например, да, не распуская пальцы, я очень этого не люблю, там в сентябре как бы знал об этом и даже мог принять участие. И молчал. Ну, об этом говорили много на самом деле, да? Но, никто не понимал, пойдет, не пойдет. Я мог принять насправді було деятельное участие. Очевидно. Хоча так і з Вакарчуком начебто було очевидно, чого-то він катався, а не пішов вже. Я думаю, що зараз Слава, наверное, якщо він дійсно хотів це зробити, то должен вирвати волосы на голові, тому що зараз ці проценти могли не з Зеленським поділити. Вони могли всі бути у Слави. На самом деле, любой внесистемный кандидат, который бы появился сейчас на горизонте, он имел шанс получить такой большой результат. Да? Но, естественно, узнаваемый внесистемный кандидат. То есть не кто-то, там дядя Вася, который там на озерке торгует гусями, решил стать президентом. Но любой известный человек, который не имел отношения к политике, не имел отношения к президентской команде. Ага. Или ну и Винник. Винник бы выиграл в первом туре. А, ну Винников, да, его бы в первом туре один. Только женщины внесли бы на руках и на месте бы инаугурировали. Внесли, тут причем же в избирательный список на руках. Да. Еще никогда не вносили на руках в избирательный список. А тут бы внесли. Внесли. А у нас же за рік будуть місцеві вибори. А можливий феномен Зеленського на місцевих виборах? От коли в
впізнавана в місті особистість, Гендін або Валетов, йдуть на мера міста і тріумфально проходять. Ну, добре, ви вже, ну добре, Ігор Ласточкін або Юра Ткач, або хто у нас там ще? Час назад шутили з Гільфером об этом, що, допустим, ну, я не думаю, що це... Все може бути, Україна же в тому-то і діло. От я согласен, чуть-чуть отмотаю назад, я согласен з Яном, а що про це, как бы, про... слишком сакральне значення? Ми також можна захекатися, якщо ми все время будем жить в этой обстановке сакральности, сегодня или никогда, вот все решается, натянутый mm-hmm. вот этот вот нерв. Произошли действительно выборы, это демократия калечная, экзотическая пока еще для нас, но это наша демократия, плюс мы просто еще попали, ура, мы в тренде, мы попали в мировые тренды, где... Над нами снова ржут. Нет, где не системные, а так. Как над Трампом как бы ржут, где не системные как бы кандидат, факнул. Там, это сейчас тренд, где черный лебедь, но у нас зеленый лебедь, допустим, сейчас. Ну а что, на самом-то деле не было этих, во-первых, лучше в любом случае через выборы, чем через Майдан. Ну хотя прошел только первый тур. У нас, дай бог, чтобы второй тур был так, у нас, где этот долбанный админресурс, где этот тоталитаризм, где в конце концов этот национализм, антисемитизм и так далее, когда русскоговорящий еврей получает... ровно практически по всей территории там побеждает в первом туре. Вы зараз на рекламу Зеленскому робите? А может я про Порошенко говорю? Вот. Хотя да, он меньше набрал. Вальцман там, я не знаю. Короче говоря. И где эти, что касается процесса, то, например, и опора, допустим, и ОБСЕ, все эти передержки. Где эти тетки мокрые, с мокрыми печатями, которые убегают и прячутся где-то, как это было? Где эти автобусов? Где эти участки, которые забаррикадируются и неделю не выдают результат? Этого же, в общем-то, не было. Я не пускаю розовые сопли, ах, какое стопро, но в любом случае, это самые демократичные выборы, которые прошли. Очень то есть каждый спокойный, последующий выбор демократичнее других, невзирая на весь этот накал. Меня интересует, гораздо больше волнует, что между людьми происходило, и как их, в общем-то, нежели то, что происходило там. Ну, зараз ми про це слухайте, ви кілька тем затронули, і кожну хочеться окремо розглянути. А я взагалі прийшов Валетова послухати. Ну, Валетова. Я прийшов послухати Гендіна і слухаю. Адмінресурс. У Порошенка був адмінресурс? І друге, чи був адмінресурс у Зеленського? І чи задіяв він його? Ну, той адмінресурс, який йому доступний, дуже специфічний. Ти як-то дуже странно називаєш. Ну, у Зеленського, а що, це не адмінресурс? У Зеленського, по факту, не може бути адмінресурсу, тому що він не государственный деятель і не должностное лицо. Ну, давай розширимо трошки це питання. Вопрос обращався, як адмінресурс, як це система впливів, яка є в розпорядженні кандидата, не обов'язково в сфері державної влади. Ну, я считаю, что... Мати власні медіаресурси, які топлять... Да, смотри, система впливу у него была, да. Естественно. Это канал 1 плюс 1, конечно, прежде всего, да. Он был. Это плюс тут 1, без вопросов. Униан, ну, таке мочив. Ребята, на самом деле, гениально проведенная избирательная кампания. За минимальные деньги, с максимальными... Да ему платили за эту кампанию, да, когда ресурсы. Зрители своими там, билетами и так далее. Да. Смеялся, знаешь, когда, ну да, да. Матуши пришли, я помню, это же, да. Но на самом-то деле это было запланировано, мы все это понимали, но еще раз, узнаваемое лицо, человек, который сделал себе деньги в медиа, человек этот приходит, естественно, через медиа, с великолепно продуманным как бы рекламным продуктом. Я полагаю, что закладки, может быть, и не было, просто они когда увидели уже эффект, который оказывает сериал. Дальше вже могли бути і закладки. А от мені це цікаво. Ви ж, по-перше, ви спілкуєтесь. Це у мене буде до вас, Женя, окреме питання. Зеленським? Да, можливо, якийсь інсайт. Ну, але от зараз я вже повністю сформулюю. Дивіться, а коли більше ніж рік тому почали говорити про Володю як про можливого кандидата, да? Навіть далі. От не було у вас таке враження, що це спочатку розпочиналося як гра, можливо, як жарт, можливо, чи це з самого початку то було так тонко продумано, це була система, і це з самого початку все, прораховано?
Я, во всяком случае, я думаю, что это скорее было, ну, я думаю, что это раньше начало. То, что когда я узнал, что это серьезно и мог быть вовлечен в эту компанию, представляя, ну, отчасти, были такие, в общем-то, варианты. Я Знаешь, там одна шайка, я без смеха, все дела. Там мы все люди одна шайка. Ну, то есть в сентябре вот прошлого года, как бы я знал, что это серьезно, что это именно на президентские выборы и так далее. Я думаю, что больше, что это появилось раньше, но с расчетом, возможно, и не без Игоря Валерьевича Коломойского, в том числе на парламент. Но вот на парламент точно, а там уже как выгорит уже. А оно начало выгорать, и стало ясно ситуацию. Ситуацию стало. Азарт, да, и азарт появился. Но я повторяю, что это как бы мой взгляд на вот эти вещи, мое видение. Но то, что я знал, что это произойдет, поскольку, в общем-то, ну, общался как бы напрямую, я об этом, это сентября было решение, и именно на президентский. И вы, популярный блогер, маючи вот такой инсайт, никому ничего не сказал. Так а что? Ну, а без меня хватало. Об этом только ленивый не писал, на самом деле, но в уровне предположения. Одна справа можно припускать, анализовать, а инша точно знать, как знал Женя. Гендин... Я не из тех людей, которые выскажут, да. Пацаны, я знаю, я вот это вот все, мне не было дано на это добро. Я сказал, ребята, спасибо, как бы без меня, равно как, в общем-то, и всеми, я не буду там врать, ай, бегали, Гендин, а вы иди в наши пятерки, а представь нас, это такого как бы не было. Ну, были, безусловно, какие-то варианты, как там, с другой стороны, просто участвовать, но авторитетом и так далее, каким-то оставшимся, вот. Но я от этого удален. Зеленскому при встрече, когда я последний раз общался с ним, это было в конце января, вот в Одессе на фестивале Лиги смеха, я сказал, что Вова, там две новости у меня, хорошая и плохая. Хорошая, что я знаю достаточно много людей, которые за тебя будут здесь голосовать, а плохая, но я не вхожу в их число, но я думаю, ты справишься и без меня. Вот, собственно, и все. Мы особо на выборах, то есть меня действительно эта тема не очень... Ну, интересует. Жизни не так много, а столько в мире искусства и культуры, столько надо сделать, при будь каком президенте. Там, все равно же процесс процветания Украины не остановить. Его можно только замедлить. Важно, что кто бы ни пришел, на самом деле, так построить систему, что кто бы ни пришел, с какой бы степенью компетентности там, или с какой разрушительной бы силой ни был человек, система должна это воздействие компенсировать. Если удастся построить в Украине такую систему... Балансов, да? Да, это будет очень хорошая страна. Потому что мало ли кто приходит, с каким характером, с какими мыслями, на какой волне, да, какой избиратель его приводит. Но существует система законов, система как бы процедур, которая любое воздействие... Сделает более-менее питання. Приємним. Ми так, Зеленський пройшовся напалмом, табуном, чи, а що, про Петра Олексійовича можна вже забути? Шансів? Думаю, що є шанси. Так. А на чому? От, де він може взяти якийсь ресурс? Є таке поняття електоральний ресурс. Так от математика, обична математика, я не буду, да, політичні прогнози якісь робити, тому що, в принципі, як Женя сказав, чорний лебедь, зелений лебедь, на самом деле за 3 тижні може случиться все, що угодно. Наприклад, я вчора представив собі ситуацію, що, положим, вдруг, я розумію, що це не так, Зеленський – це, положим, чоловік, маючий общі плани з Порошенком. И за неделю до президентских выборов, да, вторых, он снимается с выборов в пользу Петра Алексеевича. Я не думаю, что это произойдет. Но, это не произойдет никогда, но такое тоже может быть. За 3 недели не нравится, это не произойдет никогда. Но это... Нет, но, ребята, 3 недели срока, тут может произойти все, что угодно, на самом деле. Да? Но если мы берем чистую математику, то электорального запаса у Петра Алексеевича я не вижу от слова мало, совсем. Нет, понятно, что... Дивись, я можу, да? Мені здається, що є, тому що ті, які не задоволені цією ситуацією, а таких багато, ми бачимо по цим фейспамлам у там, Фейсбуці, да? Ну, просто електорат Порошенка може сконцентруватись і активізуватись максимально. Он умножиться, розмножиться
Ну, чи піде, ребята, чи вистачить його? Є цифра, питання. 16%, положимо. Это, да? Я теж оцінюю твердий електорат Порошенка, вот примерно, опять-таки, на уровне интуиции, именно примерно вот твердый электорат. Юлия Владимировна дальше заявила, что она не оспаривает, да, результаты выборов. Значит, Юлин электорат будет делиться в какой-то пропорции. Ну, кто-то степени... категорически не любящий Порошенко, он идет к Зеленскому, кто-то, возможно, вообще не пойдет на выборы, ну, разочаровав. Що Юля говорила про президента, то... Гриценко сказал, что его он не поддерживает. Смешко, я не слышал, чтобы он вообще что-нибудь говорил. Электорат Вилкула и нашего... да. Влад, я столько за эти годы слушал и на городском уровне, и на уровне страны, когда кто-то про кого-то что-то говорил... А потом они прекрасно садились через какое-то время пить чай на вырученные деньги. Я даже вот в Фейсбуке вы упоминали, я написал там вчера просто одно предложение. В нашей стране могут случиться все. Поэтому говорила она, но если мы считаем бизнес по ничего математике, личного, по математике, да, то просто при любом делении, даже если часть будет уходить к Зеленскому, а большая часть, что невероятно, будет уходить к Порошенко, то убрать вот это двойное отставание, ну, его нереально. Учтите, на второй тур придет меньше людей, обязательно придет меньше людей, потому что будет разочаровавшаяся, чем приходила на первый. И рахуючи, что Порошенко, я не знаю, его команда, его технологи, его там піарщики, вот настільки бездарно злили протягом цієї кампанії, ну, коли сильні сторони просто про них не говорили. Вот это да. Как черный пиар. Обудували на какой-то такой фигне. С другой стороны, они вывели его во второй тур, о чем что тоже как бы преподносится. Это успех, я не стал бы одной краской мазать, с учетом, как у нас всегда не любили власть и действующая власть. Она всегда в заведомо проигрышном положении, потому что темные стороны всегда будут... больше всего освещены темные стороны власти, плюс к ним будет добавлено. Ведь на самом деле, опять-таки, к той же демократии, как порох мочили, ну такого же беспримерно, как его мочили, а особенно последними, без разбора, когда там правда, неправда, то есть мочили... Плюсы просто даже большая подавляющая часть. У него был там прямой канал, что-то еще, и невменяемые блогеры какие-то тоже вот это были, которые мыльным пузырем все это, в общем-то, оказалось. Но, в принципе, теплой ванны уж точно не было. Ну, ни у кого не было. Вот. Поэтому мне кажется, что даже выход его во второй, это они могут, конечно, хорошую мину при плохой игре делать, но в любом случае, даже он же начинал, стартовал, это не как с Ющенко получилось, который вот в 5% начал уже свою кампанию в 5% и ушел. Ну, то есть это борьба, он все равно идет, а там как бы определенная борьба сделана. Другое дело, что абсолютно прав, я согласен, что такие вещи, как, условно говоря, вещи, это была кампания, вот в чем важный итог, на мой взгляд, этих выборов, то, что обнулились, и я надеюсь, обнулились эти форматы, уже у которых вызывают перхоть вот это все эти бабушки, жилетки, палатки, вот это вот газетки, вот это обнулилось. И итог, что все-таки форматы, роль социальных сетей совершенно другая. И действительно, насильные стороны, такие как децентрализация, прежде всего, вот вам деньги, бюджет, вот действительно, ведь это действительно реальный прорыв. Равно, собственно, как и без виз, который Мне офигенно как бы нравится. Томас, он не сыграл, он не взлетел. На мой взгляд, это не взлетел. И армия Мова Вира, вот это вещи и спекуляция немножко каких-то на святых вещах, которые, да, четвертый год войны, пятый год войны и так далее, но эти вещи не взлетели, концентрация на них, и это было, опять-таки, понятно, в нашей большой и очень разной стране. Они работали на сегрегацию, на разделение все равно как бы электората. Поэтому... Я хочу піарників зібрати, які в комерції працюють, не політичних, тому що політичні вони, от щоб вони проаналізували цю кампанію, тому що да, це лебединая пісня оцих застарілих форматів. Зараз у нас ти судді по Юлії Владимировні, це ж, ну, на мій взгляд, совершенно провальна кампанія, яка починалась з красивої оправи і слова блокчейн, а закінчилась блокчейн. Да, я верну вам вклади СССР, да? Понятно, но только в біткоїнах. Ну, ребята, на самом деле, реально сработал, например, сработал Смешко. Сработал он только по одной простой причине. Его никто не знает. По Гордону. Гордон. Ну и Гордон, конечно. То есть партия Бульвар называется. То есть на самом деле, я был просто поражен. Меня это испугало больше всего.
Почему? Потому что, ну, я вчера об этом писал, что люди, страна, которая заряжала банки с водой, сидя перед краном с Аланом Чумаком, она теперь голосует за Смешко, о котором никто не знает, потому что о нем сказал Гордон. Это вполне закономерно. Но это ужасно, то есть... на мой взгляд. Да? Почему? Потому что, ну, должен быть, у человека должна быть... Смотри, Володя — совершенно узнаваемое лицо. Да, не было политической деятельности, но его все знают, и, в общем-то, от него ждали после сериала чего-нибудь. И он, власне, уже был президентом. Ну да, ну да. Одна из его формаций была президентом, да, по фамилии Голобородько. А теперь посмотрим, как настоящая сработала. За кого, собственно, в основном и голосовали. Голосовали прежде всего и протест, усталость. Украинский народ стал быстрее уставать. Может быть, это и хорошо. Наш мудрый, у нас же мудрый и инфантильный народ. Вот эти две не, части. Вот, голосовали из, больше всего из протестных от усталости и за Голобородько. Но это правда, может обижаться, там Зеленский не обижаться. Но это тоже технология, она как бы сыграла. И в этом плане мы опередили... Вы же боитесь обидеть Зеленского? Я не боюсь ничего подобного. Я вам абсолютно как бы... То есть... Что, инсайдов каких-то о том, как мы бухали, но я об этом как бы там рассказывать не буду. Знаю, больше не, особо не. Что сказать о том, что как бы в сравнении, условно говоря, с другими, я лично знаком, опять-таки, это может коробить, дожили уже до седин, когда я лично знаком действительно со всеми. Нет, тремя. Я задам одно питание. Хорошо, про Володю. Да, от, да, скажеш да. Інсайд, скажете інсайд, не скажете. От, коли він публічно виступає, ну, не дається. Да, я считаю, що він хреново. У да, него он совершенно иначе... В житті він нормально говорить? Он, сцена его окроляет. Он не очень красноречив. Mm-hmm. Вот по жизни, вот там, он у него, вот о Зеленском, если вы хотите личное мнение 20-летнего, я же не близкий друг, нет, это 20, mm-hmm. я его знаю с 97 года, с его 20 лет, 20-летний, он, в принципе, я считаю, хотите ли, как я считаю, есть ли там Коломойский, да, я считаю, что Коломойский там есть, далее, я считаю, что, зная, лично и Юлию Владимировну, так уж получилось, mm-hmm. и Петра Алексеевича, будучи знакомым, в соотношении вот масштабности, понимания процессов, какой-то даже гуманитарная составляющая, но прежде всего понимание как государственник, хотя бы теоретически, mm-hmm. понимание экономических, политических процессов, он несопоставим ни с Тимошенко, ни с Порошенко. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это есть. И я как бы заявляю на основе знания, там, это, все эти разговоры, вот он побудовал бизнес, 95-й mm-hmm. квартал, да, он его побудовал, но это по масштабу вот, понимания процессов нет, на мой взгляд, нет. И я еще раз в этом... убедился. С точки зрения человеческой, как бы, я считаю, там, Зеленского, и зная, как он делал 95-й квартал, ребята, я его считаю порядочным, он действительно, Аваков меня опередил, я не знаю, из политических каких-то соображений сказал, ну, то есть, Зеленского, как бы, порядочным человеком, пока не зашел в политику по уши, но вот, собственно, и все, делайте вот какие-то выводы. Но с точки зрения понимания, ну, наверное, может быть, 21 век и постмодерн, и самому возможному президенту этого не надо, хотя я считаю, там что надо. Потому что сказать, какой человек Тимошенко или какой человек Порошенко, уже невозможно, на мой взгляд, потому что уже настолько это срослось с политикой, что уже эти качества, они человеческие, уходят, растворяют, уже просто они не играют роли. А что касается, ну, то есть он не злобен, он откровенен, он, ну, то есть он нормальный, как бы, достаточно ли быть нормальным чуваком, даже на вершине украинского шоу-бизнеса, для того, чтобы управлять государством, не знаю, но про это я могу сказать, я надеюсь, я... За три тижні дізнаємось. Ну, как мне кажется, что честность, порядочность, открытость, положим, да, это не самые лучшие качества для политика, ну, в нашей... действительность. В моем понимании Зеленский съедят. Порядочный человек. В моем первое, чтобы уже в моем понимании, как бы Зеленский президент, это очень стрёмно. Хотя никакого апокалипсиса я не вижу. В моем понимании Коломойский недалеко, как бы от Зеленского, это стрёмно. Причем мне кажется, это стрёмно еще и для Коломойского, может быть. Потому что лебеди они такие, они могут туда, как бы сюда. Вот, собственно, все. Но поскольку человек способный, пусть, если победит во втором туре, пусть пробует. Бесстрашный, мужественный, отчаянный. Да. Я не знаю таких вещей, которых да, я бы не сказал Валетов Зеленскому в лицо. Валетов перед эфиром рассказал анекдот. Давай, в эфире давай не будем. Ну, в эфире его А какой, про БДСМ или про ворону?
Наші спікери натякають, власне, на ці анекдоти. Глядачі не зрозуміють. Давайте без цього. Питання. Ми зараз говоримо Зеленський-Порошенко. Згадали Тимошенко. І ні слова о каплені. От я якраз до чого. Чотири рази. Ти що? Хто пролетів на цих виборах отак? Ну, на цих виборах. Так всі пролетіли, на самом деле. Ну, дехто. Ти хочеш сказати, що пролетів той же Смішко або Грищенко? Мало й получить голоса. Нужно заводить будет в парламент каких-то людей. Да? Откуда они возьмутся? У того же Смешко. Да? Но если с там, полковником все понятно, да, они там будут в любом случае. Если партия там, «Слуга народа», она явно сформирует какой-то отряд для заброски в Раду. Я, кстати, жду больше всего того переформатирования возможного, которое произойдет в Раде, когда туда влетит какое-то количество людей, которые никогда там не было, да, причем это будут не комбаты, а это будут обычные ребята, там айтишники. 95-й квартал. Ну, кого-то, кто приведет складом с собой, да, Зеленский. И представляете, вот это все валится в парламент. Старые договоренности действуют. Как еще помятая ногу Парасюка, а тут уже... Да. И, ребята, это будет реально очень интересный процесс. Это... простите меня за сравнение, как пачку дрожжей бросить в известное место. Это такое полезет, что мало не покажется. Ни одна Верховная Рада поле таким местом, собственно, практически является. Да. Навіть цікаво, що не почнеться після перемоги будь-кого, вже в цьому складі Верховної Ради, там почнеться така біганина. Нет, склад Верховної Ради передавати, вони побігуть, звісно, це у них обичне діло, міняти вже. Та уже слухи, там... Да. О том, не слухи, вернее. Кто пролетел, я считаю, но опять-таки, все-таки больше... Но опять-таки, в зависимости, кто какие ставил себе задачи, и кто был максимально самостоятельным, а кто решал чьи-то задачи. Но кто пролетел, на мой взгляд, Ляшко пролетел. Время уже истекло, на мой взгляд. Есть более яркие шоумены уже и так далее. То есть уже это тоже вчерашний день. Пролетел Гриценко, потому условно что... Из-за да, все-таки что... он вошел в пятерку. Ян, там такие амбиции были серьезные. Слушай, за мостового бы. Такие, да, за Юр, да, за мостового, да. Но компания тоже на бурчании, на негативе, и тоже он вот в эту игру мародер. Вот это мы, я думаю, о людях, о том, что важнее, еще поговорим же, о простых людях, об избирателях, о том, что с ними сделали, как бы, эти выборы. Но когда себя вот эта дихотомия, вот эти штампы, мы не дадим власти, то есть он бурчал, Гриценко бурчал, и все это все с садовым телодвижением, и недооцененность, и не сложили они себе цену эти демократические, хотя здесь, я знаю, как бы, людей, там, я вот... Даже там несколько дней назад, перед выбором, с Корбаном спорил насчет Гриценко, потому что он ему там как бы симпатизирует. Я там, когда ему сказал, что нет, я буду голосовать, скорее всего, как бы за Порошенко. Он говорит, так он же меня там посадил. Я говорю, Гена, у меня это главное. Женя, вы же хотели инсайдом. Давай я зараз. Инсайдом, эксклюзива эпатажа. Не можна в ефірі говорити, за кого голосувати. Я голосовал в первом туре. Тому що скажуть, що це агітація. Можуть пришити, да. Он сказал, возможно, буду. Он очень... Я просто про все, що далі. Хорошо. Насправді поки що нічого такого. Да. Ага, Корба, значит, за Гриценко. Не, он подробно, что значит, вы его переконал? Он не, а мы же нельзя голосовать. Я никого не переконал, мы остались, и за это я, кстати, уважаю, и еще одно клише, условно говоря, там Филатов, Корбан, при всех этих сложных, мне никогда, правда, я и не чиновник, нам не навязывают, это была нормальная, действительно, дискуссия, при которой остались, в общем-то, каждый при своем аргументе, я понимал, какие там, мне, допустим, Корбан говорит, хорошо, ладно. Ничего, я имею в виду, что мы говорили не о Корбане сейчас. Да, и Корбан сказал, у меня к Порошенко, например, есть главный, я не играю в эти игры, Гладковские, Свинарчуки, вот эти вот, то, что внесли, да, я могу внутренне относиться к этому как-то, но мы то выходили за то, чтобы у нас было правовое государство, и людям приговоры какие-то, а тогда уже называли их ворами и так далее. Я не могу вот как бы в этом жить. Поэтому у меня к Порошенко главная претензия – это Корбан. Это посадка Корбана. Это я вот откровенно. Так его уже отпустили, и уходить претензий больше нема. А пусть извинится. Смотрите, у нас на самом деле делалось очень много хорошего. Да? Но у нас были вещи, на мой взгляд, вопиющие. Я, например, мягко говоря, не поклонник Саакашвили. Это мягко говоря. И считаю, что
В общем-то, когда давали ему, простите, гражданство, то, наверное, и губернаторство. Да, нужно было до этого думать. Да? Но таким образом, каким его лишали и гоняли по крышам, это тоже делать нельзя. История с Шустером, которому было сказано, я жизнь отдам для того, чтобы вы говорили, а потом Шустер внезапно оказывается за бортом. То есть таких вещей могу называть много. И при этом я вижу, насколько вырос на самом деле уровень свободы слова в стране. Да? Ну, на самом деле, ребята, да мне сложно себе представить, чтобы когда-нибудь в адрес действующего президента звучало такое в таком тоне и так... Ну, я не думаю, что кто-то до этого такое на себе испытывал. То есть, с одной стороны, происходят вещи, которые я не одобряю. Да? С другой стороны, я понимаю, что общая тенденция, движение идет все равно в нужную сторону. То есть, происходящее отдельно. Пошатываясь, напевая песенки. Ползем, хромаем, но мы двигаемся все-таки в сторону того, как Женя правильно заметил, эти выборы, светило солнышко, никто не забаррикадировался на участке, не было каруселей, молодые люди в кепках, в шарфиках и в балаклавах не бегали почему-то, ну не видел я их, да? Хотя да, обещали. Юлины там много чего обещали. Ребята, прошли совершенно нормальный демократический процесс. Не без админресурса. Конечно. Не без сеток, не без подкупа через какие-то там бюджетные дела. Ну, условно говоря, подкуп, хотя ничего незаконного не было. Но я тут одну важную вещь, вот это и то, что касается возможного будущего президентства Володи и какого-то участия там Коломойского, не знаю, он назвал фамилию. Вот это меня... опасает, это неграмотно сказано, но я не буду поправляться. Это вот Саакашвили, вся вот эта вот, ну, ты сказал, мягко говоря, там Саакашвили, ну, у меня блевотная, как бы, и опасная для страны, мне кажется, эта штука. То есть то, что рядом прилипнет много псевдореформаторов, вот, аферистов и так далее, которые как бы уже... То есть, ну, для это, Грузии уже не псевдореформатор. Но я же могу, это же не выборы, я могу там лично, вот там Саакашвили, Лещенко, вот это вот вся вот эта разная, вот это... Люди, которые, на мой взгляд, дискредитировали сам процесс антикоррупции, очищения вот этими своими истериками, там, манипуляциями. То есть для меня это мое личное, как бы, отрицательное. И вот я опасаюсь там собрания разных вот кашпировских вокруг заряжателей банок. Не самого опытного потенциального, как бы, президента, который еще стержень государственности в себе, как бы, не ощущает. Вот это вот то, что слетятся сейчас эти воронье такое вот опытное. Петр Алексеевич посадил на кормление, есть такой термин еще, если не ошибаюсь, со времен Ивана Грозного, давать на кормление, да? Вот он посадил на кормление людей, ну, которые, наверное, в какой-то степени и служат причиной того, что у него сейчас 15% рейтинга. А теперь представьте 15,92, не надо. Хорошо, 16. Володя сейчас будет приглашать разных людей. Ему будут предлагать разных людей. Что будет с рейтингом Владимира Александровича через год, через пару месяцев, я уже думаю. Нашего нетерпеливого народа. Да, у нас же все думают, что реформа это сегодня начали, завтра уже закончили и все в шоколаде. Простите за... На самом деле это же не так, это годы. И когда чучело Бальцеровича сжигали в Варшаве на улицах, это поляки, которые, ну, немногим толерантнее нас, на самом деле. Поэтому у нас, мы проголосовали сейчас, народ проголосовал за мечту. Он проголосовал за киногероя, за Бэтмена. Там, за... Проголосовал проти того, що йому вже набридло, і що ви так яскраво щойно перераховували. Это заслуженная пощечина політичним елітам, как бы, вот каким они есть. То есть она заслужена, тут вопросов, как бы, других у нас базара нету. Да, это наши еліти, вот они получили пощечину. Сейчас перекрасить. Другое дело, що це во время війни происходит, гібридне, вот такой, как она є. Вот это, то есть, и моя ироническая. Нет, это действительно, что, типа, я, ну, стебался немножко, что да, что мы в мировых трендах и даже опередили, потому что это не Рейган совсем уже, и это даже не Трамп. С его историей, и даже не Беппе Грилло. Ну, это окремая история. Даже не Беппе Грилло. Это человек, не Мадуро, не водитель троллейбуса. Да, который с экрана просто минуя, знаете, помнишь, как Монголия, там, минуя капитализм из феодализма. Шагнула. Да, да, в социализм. Хотя посмотрим еще второй тур. Но это происходит тем, что во время... В этом, возможно, какой-то шанс кроется, опять-таки, если он победит. Но в этом, безусловно, и тревожность не такая, что рвать волосы, мне звонят, там, а как будет, а что будет. Это что, Жень, я бы хотел услышать
все-таки дебаты, от которых упоминаются. Это безусловно. Я бы хотел услышать внятную программу. Не за все хорошее против всего плохого. Да? Это тогда в церковь надо идти, если так. А если мы говорим об экономике, пожалуйста, какую-то программу. Да? Давайте мы все будем платить налоги. Ну, это шикарная фраза, давайте. А каким образом этого добиваться? Увеличением давления фискальных органов, взываниями к совести. Но если взывать к совести, ты знаешь, кому попрёт, к совести, да? Фискальных органов. Это еще более сомнительно, чем, потому что там должна быть совесть. Это мифологическая вещь для фискальных органов. На самом деле закон для того, чтобы работал, для этого необходимо насилие. Государство есть вообще аппарат насилия. Об этом все забывают. Поэтому, когда звучит красивая фраза, а давайте платить налоги, я хочу понять, что за ней будет стоять. За ней будет стоять маски-шоу, за ней будет там стоять отмена банковской тайны. Вот каким образом изменить, что сейчас совсем не платят, платят. Каким образом это сделать? Есть экономические рычаги, есть силовые рычаги, да? Есть какие-то там льготы, которые применяются, да, для кого-то. Давайте все вот обнулим, будет, у нас ноль будет. Мы все вот с чистого листа начнем. Да пиши Зеленскому. Я сразу не буду. Я сразу напоминаю, не хочу вот быть так врагом, да, народа сразу же. Сразу вспоминаю этот знаменитый еще один неприличный анекдот по этому поводу. Не буду его рассказывать в эфире. А у нас не так багато часу залишається. І от, власне, для чого ми тут зібрались? В сенсі, як будемо жити далі. Ви прийшли, і я одразу у ваших очах помітив таку філософічну мудрість, настрій на щось. Ми всі разом, давайте не будемо звертати уваги на якісь дрібниці. А от я, візьмемо, к примеру, Спанієля, ні, візьмемо лучше мене, да? Да. От я по собі помічаю, я не можу сприйняти той вибір, який зробили ті люди, які... І що це не мій вибір. І по деяких своїх знайомих, і навіть приятелях, які зробили інший вибір, я помічаю те ж саме щодо мене. От як нам... Учиться при тому, що приятелі. От у нас вчора ми розмовляли з одним, посперечали, звісно, але закінчили тим, я тебе вважаю, ти мене вважаєш, все нормально. От, залишаємося. Але тим не менш, от є оця лінія... Наскільки вона червона лінія, наскільки ми за цю лінію зайшли, і як нам повернутися? Саме печальне – це те, що між людьми відбувається, але в цьому, опять-таки, я бачу якусь надію на возражання, пройдя через вот це. Да, піддався народ, безусловно, і з точки зрення маніпуляції. Це на самом деле ужас, штампи. І просто, навіть не то, оскорблення само. Я вот, для мене ітог цієї кампанії, ще дуже для першого, і, надіюсь, після другого тура, я нікого... не оскорбил, никого не унизил за свою... Может быть, потому что у меня и любимого кандидата не было, может, просто потому что я такой хороший человек. Вот, но на самом деле, это, если серьезно, то это грустная ситуация, и даже более грустная, чем оскорбление, для меня это вот снижение горизонта, снижение стиля. Люди вот в такой своей дихотомии вот жили, ватник, не ватник, это нормальные люди, при том, что штампы. Отсутствие критического мышления, логического какого-то мышления. При том, что я считаю, что в электорате Зеленского, те, кто проголосовал в первом туре, там думаю, что добрая половина, то и процентов 70, те, кто голосовал за Порошенко в 2014 году. То есть там далеко, да, он оттянул у регионалов голоса, в том числе. Он съел, кстати, Юлин, да, электорат, да, просто сожрал его. Ну, выборы, не хочется к банальностям скатываться, их достаточно в Фейсбуке и в жизни, но выборы действительно как бы пройдут, а нам здесь жить. Я тоже не могу смириться там часто, и сейчас тоже мне это достаточно сложно как бы этот выбор принять, но не знаю. Ну, человек должен быть немножко философом и смотреть дальше. Это обязательно нужно, потому что люди разные, у людей разные мнения, разные выборы. Все равно же мы живем в одной стране. Но путь тот тупиковый, даже то, что Порошенко после сразу же сказал, так, снялся, я буду воевать, может, на драйве это, оно осталось с марионеткой Коломойского. Уже... Была хорошая речь, да, в конце надо сказать, да. Спасибо избирателям. Ребята, 63% пришло. Ребята, спасибо моим. Спасибо Зеленского, вы проявили гражданскую Конечно. Мудрость. Вы пришли, и тут человек, который произносит достаточно неплохую речь, вдруг останавливается и говорит,
А вот судьба свела меня. И пошла импровизация. Мама ты родная. Подавляющее как большинство можно? Людей в моем окружении голосовали не за Зеленского, но я знаю, но и те, которые вот, которых я далеко знаю, голосовали, это, ну их назвать, извините, там, ватниками, или что там будет точно. И у них была аргументированная, как бы своя, это не было эмоциональная какая-то или протестная, у них была своя позиция, они, я ее понимал, они мне ее объясняли, мы друг друга как бы не убедили, тем более, что у меня не так много аргументов. Я голосовал рад, у меня сердце уж точно в этом плане как бы не было, но я считал так. Камень. Да, да. Нет, наверное, и Женя бы поменял бы мнение, я бы поменял мнение, если бы я понимал, за что я голосовал. Ну да, поэтому... За Голобородько, например, я не готов, потому что я разница между киноперсонажем и реальной жизнью, я понимаю очень хорошо как сценарист, да? То есть совершенно разные вещи. Но мы не как должны можно? Умирать после выбора вот конечно. Такого. Ну, в 2010 году я себя иначе ощущал гораздо, как бы, чем сейчас. Ну, якщо згадати той же вибори 2014 року, 2010, 2004, 2005, тоді ж це для нас теж був останній рубіж. Та ми ж так і живемо. 2004 року це ми так живемо. Вибори Кучми, Было жестко, прекрасно, я помню, с Кучмой, да, конечно, мы не знали тогда. Я единственное для себя могу сказать, раскрыть такой вот секрет, что я понимаю, что в любом случае, если мой кандидат на следующих победит, потому что у меня очень четко складывается тот, за кого я голосую, в 90, я не помню, как оно у меня было в 90, и голосовал я вообще в 94-м, вообще не помню, в 99-м я голосовал за Мороза, ну, против Кучмы тогда, в первом туре, во втором не голосовал. Он не победил. В 2004-м за Ющенко он победил. В 2008-м, в 2010-м за Тимошенко против Януковича она не победила. В 2014-м за Порошенко он победил. В 2000, не буду опять-таки говорить, может не победить тот, за кого голосовал. Но следующий мой кандидат, значит, победит. И это основание для моего оптимизма, чего я всем желаю. Я представляю вас как радника міського голови, автора музично-художнього керівника. Тепер ще й заслужений оракул Дніпра. Піфі. Та ладно, ми масони, господи. Я не сострил. У меня, кстати, местные дела и в свете всего этого местного выбора, если еще что, у меня как-то меня это больше волнует. Потому что это непосредственно понятно, что все это взаимосвязано с тем, чем я занимаюсь. То, чего я хочу в городе сделать, успеть пока за это. Вот это меня как бы больше интересует. Выборы на наши, ты говорила, местные выборы, да, они менее желанны. Почему? Потому что, на мой взгляд, любые местные выборы, они должны быть вообще вне политики. Ну, конечно, но так не получается. Да. Понимаешь? Выбирается человек, завхоз города. Человек, который отвечает за все в городе. И урок вот сделать. А Зеленский в городе? Ну, Зеленский. Беремо якогось місцевого шоумена. Ну, Женю Чепурняка, например. Женю Чепурняка. Народный артист. Женю Чепурняка, народного артиста в мэры. Або хоча б... Не дай бог, не надо нам. Пусть давай... Нехай не в Дніпрі. Вот там в Новомосковске... Давайте не получать, не лишаться хорошего артиста, не получать плохого мэра. Зачем он нам дает? Чепурняк чудесный артист. Зачем? Понимаешь? Это самое главное, нужно понять. Зачем? Очень многие люди идут, и они просто не понимают, что на себя взваливают. Женя святой взгляд на некоторые вещи. Иногда его иллюзии так жестоко обламывают. Поэтому я полагаю, что и господин Зеленский, несмотря на то, что он уже взрослый, на то, что он успешный, он не до конца понимает, в какую банку со змеями он сует голову. Я думаю, что для того, чтобы понять это, нужно сунуть. Потому что как бы тебе ни рассказывали, что бы тебе ни рассказывали о том, как делается политика, да, и колбаса. Это ужасно. Это когда ты видишь, как делается колбаса и политика, это на самом деле. И я хочу сказать, опять-таки, то, что повторял. Есть очень простую фразу, которую я повторяю уже из года в год. Пацаны при власти. Никто никого не побеждает навсегда. Так не бывает. Я это говорил в 2010-м, когда нас из дворца, когда регионалы тогда. В 2013-м, когда на эфире там на 11-м канале там зам областной регионального рассказывал. Там все порешают. То есть было ощущение, что все забетонировано. Я это говорю Филатову. Я говорю, это любой, как бы, никто никого не побеждает навсегда. И надо действовать сообразно с этим. И максимально, насколько... Я понимаю, что все не святые, но с интересами города, родины и так далее. Как это не пафосно звучит? Так не бывает в чистом виде. Играйте и политики, и чистые, да, и не бывает. И договоры, если это не договорники и прочие дела возможны, никогда ты не будешь всем как бы нравиться. Но вот это и раз... Никто никого не побеждает навсегда.
Дякую, Женя, що сказали. Тому що ви, коли говорили, ніхто нікого не побіждає, мені хотілося, та справа ж не в тому, хто кого побіждає. Справа в тому, що куди країна йде. Ну, або, да, от, але ви уточнили, тому да, дякую. Так, а оскільки ніхто з них нікого не перемагає, так ми-то перемогли. Ну, є у нас а шанси перемогти. Ми посмотримо, ми увидимо це, причому увидимо в самое ближайшее. А що, залежить все ж таки від президента? Ми ж з тобою говорили неодноразово, що стратегія країни, вона все одно залишиться незмінною. Ні, смотри, у нас навіть вже там НАТО в Конституції присутствує, і курс на Європу присутствує в Конституції. Я сподіваюся, що Конституція все-таки не дійшла, щоб поворачувати її туди-сюди кожні там кілька місяців. Да? То есть есть какие-то вещи, которые, кстати, благодаря Петру Алексеевичу зафиксированы. Да? Но личность все равно значит кое-что в истории. И ежели речь идет о том, чтобы устроить грандиозный бардак, то, в общем-то, у президента на это полномочия достают. Абсолютно, конечно, да. А вот суметь договориться, приборка-то Верховную Раду, да, суметь сработать с ней в паре, а ведь она будет встречать Зеленского враждебно однозначно. Да ладно, она будет... Обожди, он первый закон... Цену вопроса назначать. Конечно. Первое, что он сказал, это хочу сделать закон об импичменте, закон о снятии неприкосновенности с президента, имею в виду, и с Верховной Рады. Я полагаю, что вопрос снятия прикосновенности с президента пройдет в Верховной Раде. А вот как пройдет снятие неприкосновенности с Верховной Рады, с депутатов, я уже не уверен, понимаешь? Там будет противодействие, но будет несомненно. Во-первых, новое лицо. Во-вторых, человек, который пока находится вне договорников. Если за ним стоит Коломойский, как ты инсайдно утверждаешь. Я что значит, он рядом, но там это не так, тоже это штамп. Я понимаю. Если там, я же сказал, давай дословно, если там Коломойский, да, Коломойский там слушай, есть. Слушай, Березовский стоял, но я же не сказал, стоял что за только... Путиным, где Березовский? Ну, правильно, поэтому это еще ни о чем, это, вообще ни о чем не скажем говорю. Так, тревожно, но это почему? Не... Почему? Слушай, не нам не здесь, днепровцам, бояться Игоря Валерьевича, да? Особенно после 2014 года. Давай мы не будем об этом говорить. Какой у меня тревоги от этого нет никакой. Не, ну тревога, если бы даже это был не Коломойский, какая разница? Хорошо, ладно. Ну, мы не будем про стилистику, про аэропорт Днепр и футбольный клуб Днепр, ладно. Мы не будем. Это показательные вещи. Да, ну, равно как и все хорошее. У меня тоже есть истории. Хорошее, драйвовое, да, безусловно. Поэтому... То есть бояться не надо. Бояться не стоит, в конце концов. Да? Но я еще раз повторюсь. Я очень хочу понять, какие шаги, за исключением того, что мы уже с моими юристами работаем над тем, что должна принять Верховная Рада, это вообще чудесная фраза, какие шаги делаются. Потому что пока я первое интервью воспринимал с большим оптимизмом, когда я послушал его, у меня возникли некоторые сомнения. И чем больше я слушал, тем больше сомнений у меня возникало. Это я с Владимиром не знаком лично. Я знаком с его творчеством опосредованно, да? Я ничего не могу сказать о человеческих качествах, но будем говорить, что мой опыт говорит мне, что необходимы очень грамотные советники в очень многих вопросах. Будут ли эти советники рядом, я не знаю. А народ у нас, как правильно сказал Женя, нетерпеливый, очень сильно. Мудрый и инфантильный. Да, и реакции могут быть очень резкие на эти вещи. Тем ну более, что делать неприятные вещи президенту приходится. Это его такая судьба. Он должен принимать решения, которые нравятся не всем. Мы не можем согласиться, что у тебя кто-то друг проголосовал за другого человека, ты это принять не можешь. Да? А в размерах страны, где там 40 миллионов человек, как принять? Очень сложно. Ну, человек отважный, мужественный. Ну, давайте еще второго тура. Это снова свой анекдот загадаю. Второго тура дождемся. Я коли буду це відео опублікувати, щоб глядачі зрозуміли, я цей анекдот все ж таки викладу. В Фейсбуці можна, да? В Фейсбуці можна. Добре, добре. Тобто ти на нього постійно посилаєшся. Ну, я не можу, але він відповідає, реально. Анекдот хороший, да. Не хуже, чем результати первого тура. Ну, это, в общем-то, та же самая мужественность, безрассудность и... Отвага. Добре, джентльмени, я щиро вам вдячний. Блін, я все вибачте, що я захоплююсь розмовою і не встигаю подивитись, що там напишуть у Фейсбуці. Ну, купі хліба. Ти молоко взяв, ладно. А що, що ти пишеш, да?
Прогоните Гендина. Оставьте только. Я думаю, что меня любят не больше. Это же все нормально. Гендин, дай ты мне кончить. Від нашої розмови. Вже час, тому що зараз з ефіру викинуть. Ти ж не Гордон. Тот підходить к зеркалу і робить це несколько разів. Тепер ти мене затримуєш. Все. Добре. Дякую. По-перше, чесно, заспокоїло. От у мене якось щось таке, ну так, ну, планка трошки. Ну, не конструктивно, опускається, да? Від цих зашкварів. Хоча б за це я щиро особисто вам вдячний. Я сподіваюся, що і наші глядачі теж якось це сприймуть. Хоча ще три тижні, у нас буде ще таких три тижні, я думаю, нам ще буде про що поговорити. Обращайтесь, заряджайте воду. Гендін починає заряджати, мені, будь ласка, особисто. Дякую, побачимось. Все, щасливо. Всього доброго. Спасибо. Зразу вспоминаю, помните? Образ ведучого від магазину чоловічого одягу від Іван. Стиль, якість, вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу від Іван – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль, обирайте від Івана.